Всем привет! Это Портовик, и наши руки очень аккуратно вертят устройство HTC X7510 Advantage. Это продолжение HTC X75 2.0, о котором наш сайт уже рассказывал. Очень интересный девайс, но своей ценой он ограничивает число пользователей. Ну, впрочем, обо всем по порядку. Солидный такой аппарат, состоящий из двух основных частей: самого коммуникатора и QWERTY клавиатуры. Она прикрепляется вот таким вот образом. В принципе, можно работать и без нее, а вот клавиатура отдельно не работает, что не радует. В сложенном виде устройство выглядит вот так, а в разложенном вот так, на магнитном креплении. Своим стеклышком клавиатура напоминает сварочную маску, или для тех, кто помоложе, щит, как в Counter-Strike. В сложенном виде остается видимой одна строчка с временем и данными о работе девайса. В разложенном, конечно, все выглядит очень здорово, но возьмите в руки и рискуете уронить. Ладно, мы пальчики подставляем, а если случайно задеть, можно легко разбить. Пока экран еще цел, расскажем про него. Диагональ 12,7 см, то есть 5 дюймов. Разрешение VGA 640 на 480. Конечно, отменный дисплей с хорошими углами обзора и яркими цветами. А вот клавиатура. На большинстве бюджетных коммуникаторов с QWERTY клавиатурой размер кнопок немногим меньше. К тому же они тут сенсорные, так что придется привыкать, чтобы понять, нажали вы кнопку или нет. Можете пользоваться виртуальными клавишами, окружающим понравится прозрачный стилус. В общем, если это офис в кармане, то поменяйте в этом офисе хотя бы секретаршу. Технические характеристики таковы. Процессор Marvel с тактовой частотой 624 МГц, 128 МБ оперативной и 16 ГБ встроенной памяти. Есть еще слот для карт памяти microSD. Из других разъемов отметим EXT, USB и гнездо для видеовыхода. Мы, конечно же, им воспользовались и вывели изображение на монитор. Никаких нареканий, все показывало отлично. Забавное дело, тут стандартный выход на гарнитуру 3,5 мм. Странно, правда? На более бюджетных вариантах, с которых многие слушают музыку для гарнитуры EXT USB, а в девайсе, предназначенном для работы за столом, но вдалеке от компьютеров, 3,5 мм. Вокруг совещаний, например, у владельца Advantage качает музяка. Коммуникации хороши, Bluetooth 2.0, H6 DPA, Wi-Fi, GPRS Edge. Аккумулятор имеет емкость 2200 мАч, серьезный показатель. Имеются две камеры, VGA для видеосвязи и 3-мегапиксельные для фотографий видео, ну, видимо, с совещаний. Добавим наличие чипа GPS и перейдем к комплекту поставки. Чехол очень качественный, кожаный. Вот в такой вот маленькой сумочке VGA-шнур, гарнитура, зарядное устройство и кабель синхронизации. Остались еще руководство пользователя и диски с программным обеспечением. В общем, использовать девайс для звонков можно, но с ограничением. Говорить придется либо с гарнитурой, либо по громкой связи. Конечно, есть у девайса ряд плюсов, но и минусы тоже очевидны. Так что решать вам. Это Портовик, оставайтесь с нами.